Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Boston Auto и с вами Александр. Сегодня на обзоре у нас ГАЗ-3309 осенизатор. Автомобиль 2013 года выпуска. И прошел он полную припродажную подготовку в 2023 году. Бочку здесь установлена абсолютно новая, на 5 кубов. Также стоит новый насос ГО-505. Установлены карманы для шланга. Кабина в отличном состоянии, никакой коррозии нет. Салон также в достойном состоянии. Все датчики работают. Рама была отпескоструена и покрашена порошковой краской. Она вся цела. По ходовой части производился ремонт. Все везде сухо, никаких течей, запотеваний, ничего нет. Резина сзади стоит практически новая. Стоят отбойники дополнительно. Все вписано в ПТС. Никаких проблем при постановке на учет не будет. Впереди резина также новая. Двигатель здесь установлен D245 Евро-3. Работает он идеально. Дорогие друзья, приезжайте, смотрите. Находимся мы в городе Волгограде. У нас большой выбор осенизаторов, самосвалов. Также возможен кредит, лизинг, наличный, безналичный расчет.